А вот по северокорейскому вопросу Трампу явно придется не просто менять свою позицию, а подкреплять слова делами. Американский президент уже не раз обещал реагировать очень жестко, если режим в КНДР не прекратит разрабатывать ядерное оружие, не исключая даже военный вариант развития событий. И вот сегодня появилось очередное доказательство, что Ким Чен Ын отступать не намерен. Пхеньян провел новое ракетное испытание. Баллистическая ракета, запущенная в сторону Японии, пролетела над ее территорией и упала в океан в 2000 километрах от острова Хоккайдо. В некоторых районах Японии власти даже предупреждали жителей об опасности. Возможно, это ракетное испытание в Северной Корее расценивают как ответ на принятое Совбезом ООН в начале этой недели решение об усилении санкций против КНДР.